Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанок Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Million Avoid Infinity Love 888. Очень интересно, что это за релиз с прекрасной обложкой. Бля, реально очень крутая. Вот. Сейчас посмотрим. У нас, если что, как бы вышел он буквально вчера, если я не ошибаюсь. Мы его вчера вот послушать не успели, поэтому слушаем сегодня, но я думаю, что это не беда. В этом ничего такого нет. Вот, у нас, если что, ну да, как же я люблю байтить, да, у нас сам Милли тоже в чате, может быть, иногда будет присутствовать, вот, но вообще он вроде сейчас на съемках, так что вот хуй знает, но как бы заходите поэтому на Twitch, очень много у вас есть предпосылок, чтобы зайти туда, но не забывайте про Telegram, потому что каждую пятницу у нас там опросы по пятничным релизам, и мы там, короче, слушаем, ну, все зависит от вас, ТГ, Twitch, все внизу. Так, из треков мы слушали только Never Be, если я не ошибаюсь, он так называется, Never Before вроде, или что-то такое, я не помню, короче, Before, да, Never Before, вот, не заходите сюда, пишет один из челов, угу, круто очень, вот, что могу сказать, я думаю, что Милли в целом сам по себе очень крутой экспериментатор, который делает интересную музыку, по крайней мере, в последнее время. И я жду на альбоме именно этого, тем более вот по отзывам, то, что мне даже Only Course писал, что это действительно именно это и есть. И я хочу надеяться, что это будут крутые эксперименты, какие-то понятные, какие-то непонятные, но чтобы мы добавили достаточно треков, это был действительно крутой релиз. Сейчас, секунду. Так, ладно, я бежал нахуй, все, я тут. Бля, мясо пиздец, говорит нам Nullfinite. Хотим в это верить. Ой, блядь, я бежал нахуй. Все, короче, let's go. Первый трек Never Before, мы его с вами слушали буквально недавно, вообще буквально недавно. И он у нас интрушечка альбома. Добавлен у меня в плейлист, но не в общий, насколько я помню. Слушаем. Так мы слушали. Любовь вызывает страх, девочка по альбам, ну кружками в телеграм. Тело мне смотрю в глаза. Жизнь это просто игра, что после смерти не ответит никто. Даже прожжённый пар не найдет ответов на этот вопрос. Для чего людям был нужен флаг? Время летит, это да это хорошо. Ленту фестами смотрю назад. Мне хорошо, к нам before. 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 Мне хорошо. Но сначала не очень зашел. За счет припева. Это очень крепкий творческий навороченный трек. Как киберпанк или киберкубица, на мне провода, хочу отключиться. Воу, я рука в грязи. Теперь фейс лизи. Шарос крипу байцы рэп он как джейзи. Каждый день становлюсь лучше бежи. Гэри Чорда Трай. Да, слушай, как интруха, на самом деле, мне кажется, отлично. Кружками в телеграм. Там мне смотрю в глаза. Не наполнен наркота. Да, я видел, что флома 71, это много. Причем, что байк 4, кстати. База там посильнее. Бля, крутой трек, да. Сейчас еще лучше зашел. Я думаю, мы многое будем переслушивать по несколько раз. Мне кажется, да. Потому что, мне кажется, вот даже этот трек с первого раза не совсем понятен был. С клипом было, стало получше, но сам клип все равно не зашел, как бы. А вот трек с клипом. Реально, слушайте, я только сейчас понял, что как интруха это отлично, прям вообще. То есть и вот это, да, в конце мелодия. Привет всем, здорово, бро. Да, блядь, пот течет как сука, потому что я очень хочу послушать этот альбом. Ладно, это бежал, блядь, чтобы, потому что долго не задерживать вас. Все, идем дальше. Это мы слушали, это у нас есть, это прекрасный, отличный трек. Не самый, конечно, сильный, мне кажется, но он хороший, явно. Вот. Квентин Тарантино. Я запомнил. Так, ну хорошо, короче, он Милли пройдет в основном. Ну, 4 трочка тут есть. 17-летний, нормально. Все, слушаем. Первый трек, который мы
Не слушали. Я себе, блядь. Хорошо. Хорошо. Да, я ебаный псих, она хочет, чтобы я продюсировала. Когда мать нашу бух этой суки. Когда мать нашу бух этой суки. Когда мать за тем, кто нас не любит. Бля, какая-то ритмика, да, интересная? Сука, хрюкай, хрюкай. Стану сильнее. Он реально ставил, блядь, хрюки. Бей прямиком же 2017. Спасибо, что взял на трек. Респект. Это точно продюсер. По рукам с отцом помирюсь. Он меня любит. Но я плюс ко всему он миллионер. Хочу быть на виду всех. Я готова на все. Я ебаный псих. Она хочет, чтобы я продюсировала. Бля, бля, это очень круто. Бро, я не буду сейчас эту инду смотреть, я потом буду смотреть. Мы сейчас вот эту инду смотрим. Бля, очень крутой трек. Он более понятный, кстати, чем первый. Как будто... Так, давайте я нахуй сниму пока что наушники, а то я не могу, блядь, просто терпеть. Блядь. Не знал, что у него есть межнациональный. Нет, ну не такие же шутки, нахуй. Клип Юры будет. А что там за клип? Я не шарю. Бля, как вам этот трек? Как будто вот он вообще с первого раза понятен здесь. Причем не сказать, что это что-то пиздец дефолтное, стандартное. Очень интересные ритмики. Бля, вот он, кстати, с прошлого альбома, помню, я охуевал на прошлом альбоме с количества разнообразия. Просто там пиздец. Его было до сумасшествия. Его там было вообще до сумасшествия дохуя. Я вижу, что он как бы эту тему продолжает, что реально много очень тоже разнообразия. Касательно, конечно, припева, ну, они даже сами по себе ведь разные, да, потому что тут был вот эта вся хуйня, тут я ее не очень услышал. Может, она была, но я не услышал просто. Бля, как вот мне не нравится стримить, когда вот такой фрик я. Весь, блядь, мокрый, нахуй. Он же в пятницу выйдет треком, вот смысл смотреть сейчас что-то. Да-да-да, мы его не будем смотреть, потому что будем смотреть в пятницу, когда он выйдет официально. Вот. Короче, охуенный трек. Но я на секунду отойду, блядь, умоюсь, потому что не могу нахуй так стримить, вообще пиздец. Так, я снова тут, я вроде более-менее нормально. Все, я гулять и фан, желаю хорошего стрима. Спасибо, Вилончик. Так, смотрите, что я могу сказать, я уже, наверное, все сказал здесь. Продолжается вот эта тема с разнообразием. Это для меня, на самом деле, более понятный трек. Очень крутой стиль, максимально чувствует, мне очень нравится. Это не что-то прям пиздец новое, но и не старое, как бы. Ну, хотя вот он сказал, что бит прямиком из 2018-го. Типа, прямиком из 2018-го ты имеешь в виду, что он буквально в 2018-м сделан? Я формально, я понял, ну все. Ну, просто если буквально, то я что-то, ну, хз, не понял. Ладно, идем дальше. Круто. А, тут есть какая-то история. Плюс лето. За день до релиза альбома Миллиан в своем телеграм-канале делает серию постов, в которых поделился своими личными впечатлениями о проделанной работе над альбомом. Это тот случай, когда вам не придется вспоминать, потому что то, что вы услышите сегодня, не даст вам и повода задуматься о ностальгии и прошлом узле. Нихуя себе. Не хотел палить толком никакие снипаки с релиза, думал, хватит тизера, но понял, что вы даже близко не понимаете, что прячется на этом альбоме. Затем артист публикует видеосообщение, в котором был снипет с альбома. Колонках таких вообще сумасшествия. Я за творчество и качество, а не за треки без видоса каждую неделю и фиты со всеми. Это очень круто. Отрывайтесь по полной сегодня, мы не зря год молчали, спамьте этим у тех, кто спамит треками каждую неделю. Хорош. Пост из телеграм-канала артиста была ссылкой строчки из песни с Квентин Тарантино. Она спрашивает, а ты будешь на тусе, ты точно продюсер? Блять.
Хорошо. Хорошо, допустим. Хуай 2.0. Точка. Отличная, да, отсылка к игре Hearts of Iron. Мы все ее заценили. Респект. Да, конечно, именно про это этот трек. Так, снипет есть. Ну, снипет. А, ну, кстати, снипет интересный, да? Потом чекнем, я думаю. Так, по продюсерам. 180 Refs недавно видели. Forgone и My Way Beats. Так, ну это понятно. Понятно. О. Окей. Хорошо, слушаем. Первый трек удивил. Настолько прям разный альбом будет? Не стоило иметь дел с темной силой, ты отдаляешься. Да я плохой, противоположностью притягиваюсь. Чем-то на буду плохой, кстати. Твой кровь приезжал домой, нихуя не меняется. Выгляжу, как ты думается, это панк-эффект. Ловлю для каждой прохожей на себе панк-эффект. Хулиган хулиганом, ПДС, детство фактбол. Вампиры сосут не только кровь, для них отплейн. Одеюсь всех сапинок, малыш. Хочу, чтоб ты их подразнила. Я краш, мы молоды и сильны. Старше, вы можете нас рассчитывать. Бассейн, скоро, нахуй не готовы. Эти подборы, твой кат, а фуй сушку. Мэй, эй, как же быть, как же тичи. Переслушаем. Да, это другой припев, да? Я сера. Батя развился. Сначала не очень зашел. Но ебать тут развитие страшное. Ладно, вот переход. Потом. Ладно, короче, это очень интересный трек. Сначала, честно, зашло не очень. Но я вижу, какое здесь развитие. Я еще так понял, что вот пока вот это все здесь читается, здесь на бэке, на английском это все типа транслейт. Короче, блядь, давайте вот этот конкретный момент с бриджа переслушаем еще, чтобы убедиться. Хочу, чтоб ты их подразнила. Я краш, мы молоды и сильны. Старше, вы можете нас рассчитывать. Бассейн, скоро, нахуй не готовы. Эти подборы, спорткар, а хуй сушку. Мэй, как же быть, как же тичи. Бля, я вообще такого не помню, чтобы где-то так делали. Ну, я как бы... Не сказать, что пиздец наслушан, особенно старую музыку я как бы особо вообще не слушал. По-любому такое кто-то делал, но это прикольно, вот я такого давно не видел. Да, по-любому такое было, я думаю, но в ХЗ тоже не слышал нигде. Но это очень интересный мув, который, кстати, вообще вайба дает жестко. Вообще, вот если так подумать, вот с точки зрения логики, как будто, вот я думаю... Что такой мув должен был за минус вайбить, как будто это не должно было сочетаться. Но это звучит охуенно. Возможно, потому что, когда ты на русском читаешь, то ты достаточно пространства даешь. А при первом прослушивании бэки не слышны, сам прикол формата. Нет, я услышал, что там на бэках что-то есть, но я не услышал, что это конкретно транслейт. Но теперь я вижу, да. Блин, интересно. Ладно, это очень интересный трек, я что-то в ахуе.
развитие, как тут еще случилось, да, то есть припев такой уже более экспрессивный. Аутро. Куплет не похож, ой, не, неплохой, но как будто моментами на Буду было похоже, вот лично мое мнение. Припев сначала первый, вот как-то, вот честно, тут как-то особо ни о чем, я не понял немного. Куплет нормальный, да? Вот начиная с бриджа, уже какой-то пиздец пошел, очень крутой. Так, давайте чекнем сниппет. Сколько раз приезжал домой, нихуя не нас. Выгляжу, как где думается, это панк-эффект. Войну для каждой прохожей на себе панк-эффект. Хулинам, хулиганам, ПДМ, с детства фарквал. Вампиры сосут не только кровь, для них я плен. Сколько раз... Стильно. Так, ну и как тизер можем, да, чекнуть. Там только этот трек ведь. По-моему, тихо как-то. О, и трек-лист, да? Ну вы не видите, наверное. Прикольно. Боженька на мили. Так 7 же? Опять ждать? Киберпанки кричат хуй. Афанчик... А, ну это я отвечал, кстати, челу. Окей. Пока что... Пиздец удивительно. Реально. BMW Moonproof. Опять я запомнил. Хорошо. Так. 20 мая в ТГК артиста появляется пост. Редчайший BMW Alpina B3 GT выставили на продажу в России. Модель настолько редкая, что было выпущено всего 99 экземпляров. Короче, вот эта модель базируется на... Блять, вот зачем вы машины свои сунули, не разбираясь, нахуй, как это вообще все читать. На купе BMW 335i, но машину практически перестроили. Трехлитровый шестицилиндровый мотор доработали, и мощность выросла с 306 до 408 ЛС. В России спорткар имеет пробег всего 10 тысяч километров, а просит за него 16 миллионов рублей. После чего пишет BMW Alpina, говорите. Тогда еще никто не думал, что эта машина станет основой для трека. Там в картинке прикол. В картинке? Я еще никто не думал, что машина станет основой для трека, окей. Она зеленая. Хорошо, давайте слушать трек. Так, ну... Бля, я очень рад. Вот три трека послушали. Даже вот это, ну серьезно, это не потому, что мили в чате, да, не потому, что там не хочу обижать. Хой 2.0, я сказал, сначала мне вот первая часть не очень зашла. Ну потому что я не совсем выкупал прикол трека на фоне первых двух, потому что первые два, понятно, там есть своего рода какие-то эксперименты, какие-то необычные вещи, то есть это было интересно слушать. На фоне этих треков я сначала не понял, но началась как бы вот эта часть бриджа, и мне все стало понятно, и трек сразу стал охуенным. Ну то есть типа три трека... абсолютно интересных, разнообразных, так что круто. Как есть, Тибаш, я еще рису не досмотрел, половину пропустил. Я тебе так советую, вот все говорят, что я сын Флома, ты можешь половину Флома глянуть, половину меня. Считай, полноценный у Флома глянешь, да. Все, слушаем. Телеграм, пусть вы бы на раз-два, и на раз страсть кипят. Все друзья, я спам, не хочу им отвечать. Я рискну, но целый тайм. Не та песня. Ёб твою мать, красотища какая.
Sorry. Про мурахи погнали. Пробираю на мурахи, как Сатоси мураками. Говорю, не трожь руками, делай это, будто встанет. Nice. Она говорит о фраме, а я просто делаю арты. Папа злой, соскучай, Али, каждый день качаю в зале. Палю адрес так, будто у меня есть охрана. Нахуй мне охрана, когда сам себе охрана. Большая собака лакает фотки, хочет траха. Анлокнула фотки, бля, строчка некоторые пиздец. А ведь усми могли бы быть другие фотки. Где мы вдвоем и до конца from bottom, где мы broke. Но ты не умеешь ждать, поэтому я одинокий. Я ебал так много шалок, пусть как тебя фоки. Трахаю этого в топ, бэби. Я handsome motherfucker, пиздачи своей модели. Спорт плюс, выключаю пока нам любите, бэби. Moon roof, закатай желание, пока мы на небе. Я трахаю этого в топ, бэби. Я handsome motherfucker, пиздачи своей модели. Спорт плюс, выключаю пока нам любите, бэби. Moon roof, закатай желание, пока мы на небе. BMW, kind bad bitch as fuck. Молотовый панк с деньками от пап. BMW, kind bad bitch as fuck. Прямо в пасть, прямо в пасть. BMW, kind bad bitch as fuck. Молотовый панк с деньками от пап. Прямо в пасть, прямо в пасть, прямо в пасть. Вот этот трек конкретно, да, не по развитию какой-то ёбнутый, а в целом по звуку. Хорошо. Честно, я не могу однозначно сказать, нравится ли мне трек полностью и целиком. Но здесь очень много крутых партов. Реально. Я думаю, я добавлю Улю все равно. Так, а что там по прогнозу? Ну вот. Ну там, бля, ну прогноз, конечно, полная хуйня. Чисто 100 баллов иголочка заберут и все. Ну, типа, ты хер с ним. Ладно, это интересно. Прикольный звук. Но, честно, по развитию, вот в целом для меня треки второй и третий, ну, и первый тоже, кстати, покрепче выглядят. Но вот это пока что, я говорю, я не могу сказать полностью и целиком, мне этот трек нравится или нет. Потому что есть как будто моменты, которые, ну, так себе. Ну вот, чисто на субъективнее. Так. Идем дальше. Morgan Vibe? А чем здесь Morgan Vibe? Я не понял. Вот это, бля, прикольно. Короче, мне, наверное, основное, что не нравится, несмотря на то, что структуру он старается делать разнообразие, все равно вот очень много, да, типа, текста. Очень все заполнено, очень наполнено, и при этом... Флоу как бы меняется, но не скажешь, что сильно меняется. Короче, по разнообразию этот трек сосет. Но я думаю, что здесь особо это не требовалось. Хуй знает, короче, как-то так. Флоу Моргена нам отдает на припеве. Может быть, есть такое, может быть, есть. Не буду отрицать. Чупа-чупс следующий трек. Шипи. Лил Шип на бите, респект. Перемирав номер как чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Не хочу прятать чувств, не боюсь. Дела к утру, я с тобой тусуюсь. Sci-fi, мне надо делать деньги. Планирую миллион, миллион. The way we start from bottom, now we'll get it tight. Пожар купит байса, дымом в машине мовитон. Даже как он тут читает, блядь. Припев бы другой в конце, было бы вообще охуенно. А, кстати, он другой, да?
круто, блядь, слушай. Охуенный куплет. Разный, вот-вот, вот про что я говорил, да? Сейчас. Короче, этот трек наглядно показывает, почему предыдущий на фоне остальных немножечко хуже, вот по моему мнению. Короче, чекните его, сравните здесь куплет, да, то есть по сути, структура, ну, партов, да, самих партов расставлением, очень похожа, да, то есть припев, куплет, припев. Там, конечно, был бридж, но я не совсем понял, почему это бридж, потому что, мне кажется, это была часть куплета, ну, ладно, допустим. Поэтому считай припев, куплет, припев. Но вы сравните. Во-первых, сколько хроно треков? Ну да, на целую полминуты это больше. Вот. Здесь какой куплет? Уже отсюда, да, вообще абсолютно другая тема пошла. Абсолютно вообще другая. Вот. А там, конечно, были какие-то смены флоу, но вот минимальные, хуй знает. Короче, там было на грани того, чтобы меня вот задушило, честно. Но тем не менее, я трек чисто вот добавил, потому что по звуку, блядь, интересно звучит. Реально. Это тоже круто. Прикольная ритмика в припеве, очень крутое разнообразие в куплете, в развитии трека вообще ёбнутое, да, тут вот эта вторая часть припева. Бля, очень крутой тоже трек. Пока что мне очень нравится ситуация на альбоме, потому что все делается по канонам вот именно моей любви к музыке, то, что конкретно я люблю, это разнообразие, есть какие-то хорошие строчки даже, вот, эксперименты определенные, развитие охуенного треков, то есть это вот все, что я люблю, это прям респект. Это прям очень круто. Именно поэтому мне и зашел предыдущий альбом, который Love Stars Millie, да, потому что там пиздец, разнообразие было просто дохуище. Но конкретно по развитию, то есть развитие у треков было, конечно, пока что пиздача здесь. Тут прям работа идет над целой вообще концепцией трека, вот всего, от начала до конца. Не просто там флоу побольше, да, или вся вот эта хуйня, как это было тут. То есть я считаю, пока что, даже уже вот на данный момент, это... Мили перепрыгивает предыдущий альбом точно. Но здесь как бы было много хороших треков. Inside Откровения, Влюбить, Убить, Паутина, Roll Up, Нимфоманка прикольно, Trap City Life охуенный, Все рэперы врут. Но я тут много добавил, я вроде вообще чуть ли не весь альбом добавил. Но я слушал, да, это крутая работа. Вот. Давайте смотреть, что это такое. Следующий трек, сказали, мясо. Как нехуй делать? Интернет-кади. Слушай мою песню, осуждаю. За что, блядь? Охуеть, он жопу показывает. Блядь, это, наверное, на ютубе нельзя. Охуенный чел. Респект, бро, блядь. Меня забанят за тебя. Респект. Так, ладно. Слушаем. Как нехуй делать? Разъебать толпоёбы, да как нехуй делать? Прогнуть её тело, да как нехуй делать? Разбиваю кровь колени, прыгаю на сцену. Флипануть со сцены, да как нехуй делать? Кажется, фейс-серфинг, проблема делать. Ты только пиздец, в чём проблема делать? Один хуй сам пиздец, что поделать? Белый, блядь, оставь себе хуй, знает, что с этим делать. Ну реально, блядь, время на раскачку нету. Что происходит, нахуй? Офигеть! Он там... Да в бэках вообще пиздец. Ахуй трек. Ну, наверное, один из самых сильных.
Во-первых, вот это прям вообще, да, какой-то... Я даже не знаю, какое слово здесь высказать. Вот это прям, да, трек максимально отражающий то, что вот на альбоме происходит, да. То есть это какой-то вообще ёбнутый эксперимент, где чел на бэках нахуй кричит, как, блядь, heavy metal пишет нахуй. Максимальное разнообразие флоу. Вот это, вот такого флоу я вообще, мне кажется, в жизни нахуй не слышал, как вот эти две строчки. Максимально много эффектов, постоянное заполнение пространства, чтобы его не было, при этом это очень все пиздец, как круто звучит. Ахуй. Вот это, да. Вот это последний парт. Вот это, блядь. Тут даже... Я хуй знаю, что с этим делать, но реально, блядь. То есть даже какие-то, типа, он успевает в этот куплет, блядь, какие-то скиты вставлять, нахуй. Потому что, я не знаю, ну это типа не в бит было, это между... Между партами, так сказать, да. Бля, я в ахуе. Один из сильнейших треков. Потому что... То, насколько... Он качественно прочувствовал вот этот экспериментальный звук и сам еще добавил, то есть по флоу, по вот наполненности, чисто как артист тоже вот он индивидуально спел, сделал. Пиздец, бля. Я обожаю такие, такого рода вот эксперименты, где какой-то просто полный пиздец происходит, и ты нихуя не понимаешь, со временем привыкаешь вот этого разъеб, да? То есть мне этот трек напомнил чем-то у Майота Негев, знаете, помните, да, вот недавно трек выходил. Только это прям гораздо более целостная работа, потому что Негев там минуту, блядь, идет от силы. Тут еще бы вот, еще бы, короче, было бы охуенно, если бы, ну это, конечно, я уже, мне кажется, очень много требую, что если бы рифмовки были вот ёбнутые, да, как у Майота, да, это было. Ну, хотя тут тоже хорошо, долбоёба делать, ну, нет, тело делать, колени сцене делать, со сцены делать, да, влево делать, проблема делать, поделать, лема делать, влево делать, окей, пиво и бляди оставьте себе, хуй, что с этим делать, нетку только газ, сука, по пути к успеху, best part of my life, лучшая часть моей жизни, не могу проебать ее. Пишите свои треки, но душа у вас только на фотках стояния. Ему зон, что ты не спиздил для твоего слушателя. Не, ну ладно, тут тяжело что-то найти, какие-то ассонансы. Короче, блядь, интересно, но если бы вообще работа над текстом была ёбнутая, прям какая-то безумная, это был бы вообще непобедимый трек. Я не знаю, как его было бы переплюнуть. Это очень круто, пиздец. Но у меня и так устраивает в целом. Блять, что у меня с глазами, будто я нахуй придурок, будто я употреблял всю ночь сегодня. А, делаю вид, что это не так, да? Так, ладно. Все и сразу. Домашний парк, повсюду поплею анархию. Не знаю правил, я парень не жгу. Поход снова. Так, что-то интересное. Шаг прямо симметрия. Спотыкаюсь по ногу или платье. Глаза в глаза выпускной танец. Да, я знаю, сорвание. Снова принять, что-то я стесняю. Самая топовая в классе. Такой легкий американ байк, есть такое. Целую везде всю сразу. Везде всю сразу. Всю домашний байк. Не знаю правил, я парень не жгу. Поход снова потерял мотивацию. Простой пацан, хочу все и сразу. Все и сразу, все и сразу, все и сразу. Я
надеюсь, что в конце будет какое-то развитие, да? Ага. Он сейчас в рамку быстро въебет и будет охуенно, только плохо там в последнем треке. Че, он все добавляет? Да, я все добавляю, мне пиздец нравится. Что две скобочки? Мили съебался уже еще после трека четвертого, наверное, нахуй. Он на съемках, ему не до меня, ты понимаешь? Я не ради этого это делаю, потому что мне реально нравится, блядь. Да что вы скобки пишете? Он посмотрит запись, и чё? И что, что он посмотрит запись? Мне правда нравится. Нахуя? Для чего? Объясните, for what? Вот зачем мне это делать? Просто для чего? Даже если я пытаюсь, блядь, подмазаться, подсосаться, вот это мне что даст? Что? Вот он такой, о, человеку зашел мой альбом, прикольно. Все, ну там репостнет в ТГ, допустим, условно. Все! Вот это мне нахуя даст? Меня Федук уже репостнул, блядь. Мне что? Мне-то что нахуй? Меня уже Федук репостнул, блядь. Мне уже похуй, меня еще на все уже поебать. Хоть кто его репостит, меня Федук, блядь, репостнул. Понимаете? Ну чё вы скобки, блядь, пишете свои ёбаные, нахуй? Ой, бля, я понял вас. Скобки пишут фрики. Я понял. Я понял. Идем дальше. Конкретно этого трека, конкретно про этот трек, я думаю вот что. Он, честно, по какой-то экспериментальности, ну звук, конечно, прикольный, да, легкий американский вайб, но это уже не новизна. Но прикольно. Прикольно, мне нравится. Жестко не хватает треку в конце какого-нибудь развития, потому что, ну да, Милли разбаловал. Я считаю, что Милли разбаловал. Потому что вот он, я уже ждал в конце, знаете, драмку какую, вот как у Куока там в конце, допустим, было недавно, да, на треке. Тогда я вообще, вот железно, был бы очень крепкий трек. А так, ну, он, честно, проседает немножечко на фоне остальных. Но вайп ёбнутый, конечно, да. Вайп ёбнутый. Федук бы не репостнул, если бы тебе не понравился трек его. И что? Мне понравился же. Следующий трек был написан 3 года назад про первую любовь. Реально? 8 июня. Бро, да ты нахуй хорош, блядь. Подожди, первая любовь. Вот давайте просто, ну. Он 2003-го, получается... О! У него дыры когда так же, как у меня, нахуй. Клянись. А я, по-моему, это говорил и удивляюсь уже 10-й раз, да? А почему я так удивился сильно? Так, смотрите. Получается, 20-й, да, ну, понятно. Так, ему сейчас сколько лет? Так, я 8-го, мне 16. 7-го 17, 6-го это 18, да, получается. 5-го это 19, и 4-го это 20. Ему 21 год. 21 год ему. Вот. Получается, 3 года назад, когда ему было 19. Первая любовь 19 лет, блядь, ебать, это жестко, нахуй. Почему так поздно? Мне кажется, что первая любовь должна была быть, блядь, ну, в школе, наверное. Или он был написан 3 года назад, а первая любовь была давно. Потому что Афан в школе хуйня ебаная. Нет, но это все равно, типа, ну... Вот, блядь, пизди, вот я тебе столько всего писал, пизди, что в школе хуйня не настоящая. Пизди, блядь. Фрик. Все,
Ладно, слушаем. Очень интересно, что это за трещок про первую любовь 8 июня. Трек, посвященный датам, блядь, всегда просто меня очень умиляют эти треки. Я, ну, типа... Судя по всему, трек со времен участия Миллиана в объединении Maybe Tomorrow. Поймешь, поймешь. Хорошо, без проблем. У меня все, наверное. Да, слушай. Так, ну я немножко боюсь за качество, конечно, трека, потому что, ну, 3 года ему. Бля, очень атмосферно. Ахуй. Подожди, блядь. Не лови волну, подожди, до этого дойдем еще. Че, как вам трек? Охуеть, я не ожидал вообще такого. Типа, этот трек вот хочется даже отдельно оценивать, да? Типа, не как в рамках альбома. Очень какой-то такой атмосферный пиздец, чувственный, да, как будто вот в этом прям слышится искренность. Ахуй. Круто. Конечно, на фоне остальных треков по качеству это проседает тем, что... Ну нет, ну тут, блядь, не какой-то репрезент, не какой-то, блядь, не какой-то рассказ там про свэк, блядь, чтобы... Делать-то столько ёбнутое разнообразие и развитие, да, потому что тут, скорее всего, просто, типа, история, вайб-трек, да, тут он как бы и не требует всего того, что было на остальных треках, но это по звуку, блядь, интересно, да, выглядит. Так что, блядь, выёбываться то, что этот трек, блядь, имеет недостаточно развития, ну, это бред. Это не надо здесь делать, тем более здесь есть бридж. Я считаю, что в рамках жанра по канонам, типа, все сделано хорошо. И тем более сам куплет достаточно разнообразный, так что выебываться на это, ну, типа, нет. Это бред. Это очень такой милый, чувственный, атмосферный трек, который вот просто есть, мы его добавили, оставили во внимании, и лучше идти дальше. Вот. Очень круто, что он здесь есть. Это прям респект. Это прям реальный респект, что этот трек здесь есть. Очень круто. Ловлю волну! Следующий трек. Интернет Кади. Лайфстайл обитель зла, люди все АФК и боты. МС АФК, МС АФК, я тоже лайфстайл туда-сюда. Так все мы делать миллионы. Хорош.
совести, по скрытой помысли. Она без комплексов, без тормозов. А я без совести, и ты без соуса. С теми, кому на это все равно. Я тебе соус, с теми, кому до этого нет дела. Вот и все. Эй, Рюстин, что за бедрами лобби, про твой пост. Ты вообще не только там, не только там. Да, я в ахуе сейчас посмотрю, про разносторонность, блядь, этого альбома, охуеть. Ну, звук не удивляет на альбоме, да? Или как будто пробует для себя новые вещи. Круто. Сильно удивляет альбом, честно, как играть. Бля, какой-то вообще нахуй бит какой-то. Бит какой-то космический, я вообще. Я не знаю, блядь, будто Star Wars нахуй, я хуй знаю. Пиздец. Жесть, очень круто. Правда. В конце года будет соревнование между альбомом Миллиана, Фемлава, Калмуда и Федука. Не, а Калмуда альбом мы уже слушали. И там, ну, поэтому нет. Добавишь тайком. Нет, ну Фемлава прикольные тречки, в целом, которые мне палят. Так что, может быть, мы Фемлава добавим. Но у Федука я добавлю альбом, скорее всего, потому что он будет охуенный, если у него в этом году будет альбом. Да. Нет, ну подожди, но ты хочешь сказать, что ты не согласен со мной, что этот альбом крутой. Да, ты добавил мало треков, но вот сам посуди, блядь, вот звук, то, как он на него залетает, количество разнообразия, в целом это, ну, реально хорошая работа. Почему, типа, это плохо? Почему вы считаете, что я подсасываюсь, блядь? В чем? Я не просто не понимаю. Ну, мне нету сути, мне нету, как бы, подсасываться. Ладно, фан хорош, наверное, для тебя круто, что фейма заходит изначально для реактора, это самое важное, наверное. Вот ты... Что ты пишешь, вот объяснишь? Что ты пишешь? Что ты пишешь, блядь? Это без сарказма. Нет, понятно, круто, я рад, что он тут, но, блядь... Поймите меня, я не пытаюсь подсосаться, чтобы он там зашел еще раз, это так не работает. Если, блядь, артист увидит, что... Ну, я к нему подсасываюсь, нахуй, от него, это будет только, наоборот, отталкивать. В чем прикол? Это же рофлы. Идите нахуй со своими рофлами. Нет, ну подожди, ну согласись, ну что хороший альбом. Ну правда же. Потому что я уже начинаю думать, что я реально так один думаю, и вы все говорите, что я подсасываюсь. Мне уже, я уже не выкупаю это. Просто, ну... Объективно мне очень нравится звук. Мне очень нравится, как он на него залетает. Мне очень нравится количество разнообразия и развития в этих треках. Хотя развитие в последнее время, да, допустим, в треке «Все и сразу» не очень мне нравится. Но, бля, альбом пиздец разнообразный. Что ты за скобки ебаные кидаешь, нахуй? Я тебя анмодну, блядь. Все, короче, «Рейв» и «Дай» — следующий трек. Продюсер by Шипи. Да, слушаем. Всегда знал, рок-звезда, все идут строго на... Только деньги on my mind, like we working on time. Думал я на веки, я не пойму, где глава. Пока что очень охуенно. Spotify, сделай рейв or die. Сука, ай-яй-яй. Baby, show me your love. Ай-яй-яй. Терять тебя, я life on my own. Задаток на топ-1 трек. Take my touch к моим домам. Ай-яй-яй. Baby, I'm construct Dragon's the midnight pass, Dragon's the midnight pass. I will not stand, I'll keep past.
поздно. Шмот папин, крузак тоже. Галье папин, весь хайп тоже. Как техник пашек, будешь на бронхайпе. Тебе предаст тот, кого зовешь брат. Стоп. Спиндящий пэк, без негатива, но сам знаешь, что папа не купит свек. Сучки нас любят за то, что мы есть. Мы любим фреш, из любой трай, киски будет твэк. Блящее аутро. 7 февраля был отрывок. Есть недочок. Ложись! О, Гранато! Блять, я больно ударился. Ты мне будешь платить теперь за все мои, блядь, телесные повреждения, фрик. Так. Есть недочок. Всегда знаю, рок звезда, следом солнца. Только деньги, он мой майлайк, и локи, он так. У меня левый наушник не работает. Я не пойму, где глава. Нам не верно, сплотим в лайбе, сделай рейн фор дай. Сука, ай-яй-яй, бэйбэ, шоу ми ю лоу. Ай-яй-яй, все я тебя... Ты со мной на стриме тусит, да? Ну хуй с ним тогда. Так, о. И даже на концерт я пускаю. Сына знарок, звезда, сына солна. Только деньги вон умают, и локи он дает. Бля, очень ёбнутый бит, очень круто, вообще залетел. Куплеты, блядь, пиздец, развитие, охуеть. Да, бля, идите нахуй за своим хомяком! Так, ну тут двойки очевидно выиграли. Так. Слушаем дальше, бля, ёбнутый трек. Наверное, один из лучших, пиздец. Так, на последний трек даже клип есть. Обязательно глянем. Отличный альбом, вообще охуенный. Я кайфанул жестко. Фары МДДД, Вайп, Ласт треки, реально? Это единственный альбом Фары, который я слушал, чтобы вы понимали. Нихуя себе. Ну ладно, давайте. Так, еще White Space. Мне он понравился. Ну, слушайте, на этот трек есть клип. Так что должно быть. Плюс это еще типа аутро. Смотрим. Люблю жариться на солнце, ее красный закат, похуй на риск, кривая. Я хочу сделать рок-ривайл. Слышь одну громкость, трепай, давай трепай. Ее маник цвета, лайба, цвет дна. Цвет ее лакос, крокодил. Моя тело свет, она свет, так. Что на вид на пусто. Еще одна ночь, что приблизит меня. Да, какая утра охуенно. Yeah.
Бля, ебать, это аутро, и это прям чувствуется, что это аутро. Круто, что интро и аутро чувствуются как аутро. Как интро и аутро, да. Вау. Блять, охуенный альбом, пиздец, очень круто. Сейчас клип глянем обязательно. С клипом должно быть еще пиздачи. Бля, ебать, круто очень. Неплохой вайбик. Да ебать трек, кстати. Оооо, это охуенный кадр. Не, ну клип такой, типа нормальный. Чтоб куда-то там добавлять, я думаю, нет. Нормально, да. Трек он раскрывает еще больше. Сколько он выпил, когда пел это на рейзе? Много я выпил. Так. Снимали этот визуал сами, без подключения какой-то большой команды и кого-то извне. Вместе монтировали, работали на одном дыхании, руководствовались душой. Всем спасибо за этот релиз, атмосферу, которую в первую очередь создаете вы, слушатели. Green Season 2024. Не, ну, типа, честно, да, не хочется обесценивать труд, но честно, вот мое мнение про клип, что, типа... Конечно, очень много кадров, интересно, но это все выглядит какой-то вот муд-видео. Ну, потому что, опять же, да, без подключения команды. Но это, если оценивать как муд-видео, это, конечно, очень хорошее муд-видео, потому что трек это раскрывает. Да. Парень вырос на фараоне, это не упрек, это огромный плюс в пользу его творчества. Да, я точно слышу, что здесь есть что-то вот с МДД, точно есть, да. Хотя я слушал этот альбом буквально, ну, типа раз, он мне не зашел. Но примерно звук и атмосферу этого релиза я помню. И это да, это верно сказано. Что с МДД? Миллион этот доллар депрессион от фараона, который... По сути, это был единственный альбом Фары, который я слушал, и тогда я решил, что ну, мне этот артист не нравится. Вот. Но я думаю, я сейчас пришел к другому возрасту. Возможно, стоит начать его слушать, какие-то новые релизы, которые будут выходить. Может, я вот подумываю, может, голосовки добавлять. Funeral Peace 20 раз был. Но вот я типа не шарю, я даже спорить не буду. Может, это действительно так. Я не шарю за творчество Фараона абсолютно. Я говорю, вот мне стало интересно, что за Фараон. Когда я пришел в мир музыки, да, типа, на тот момент вышел МДД. Я послушал. Мне не понравилось. Но это, я думаю, музыка была не для меня просто на тот момент. Funeral. Funeral 8. Сергей Шнуров нахуй, ахуй. Он сейчас в R&B ушел, не поймешь. Понятно.
Сергей Шнуров. Нет, ну я в любом случае, я буду слушать его старые альбомы, это 100%, когда, ну, все бесплатки будут закончены. То есть, нахуй, через 10 лет. Вот, ну вы поняли. Короче, уйдем с Фараона, вернемся к Миле, потому что он выдал действительно очень годный альбом, как и в прошлом году. Это очень хороший альбом с очень крепкими треками. Но если прошлый альбом это был крепкие треки с просто бесконечным разнообразием, буквально каждые две строчки менялись флоу, я помню, это было круто. Ты говорил, переработаешь бесплатки, чтобы не копилось столько. Я, кстати, не помню уже эти слова. Лол. Если честно, я даже не помню, какая у меня идея была переработать. Типа, нет, я помню, там было. Ну ладно, потом вне видоса поговорим. Он для тех, которые интересны, будут в списке. Да, но это же после списка, это когда мы с этими закончим. Эти нужно закончить. И потом, во-первых, за лайки тоже будут, как и в прошлый раз. Но при этом будут еще добавляться те, которые вот мне лично интересны, и типа из них голосовалку делать. Вот. Ты не пополняешь их, хочешь сказать? Нет. Ладно. 100% это летит в список лучших альбомов, потому что он точно с этим борется. Я добавил все треки. Сразу говорю, не факт, что я буду слушать все треки, но если любой из этих треков попадется, я уж его точно не скипну, потому что это очень качественная музыка с отличным разнообразием, отличным развитием и явно лучше, не лучший альбом году. Но один из. Вот я считаю, что один из их. Один из. Ну, то есть список, он идет. Список, он идет. Так что, как бы тут... Вот. Да. Короче, как-то так. Спасибо большое Миле, что был на стриме еще в моменте, да. Я думаю, он запись посмотрит. Респект огромный, очень приятно. Потому что, ну, это прям работа профессионала, который любит музыку. Это действительно видно. И... Ну, типа, треки все очень разные, очень пиздатые, очень интересные в первую очередь. То есть, то, что я люблю в творчестве людей, вообще, музыки, то здесь есть. Разность треков, разнообразие, да, развитие. Ну, то есть, я уже не буду уже повторяться, я думаю, все понятно. Это действительно очень крутой альбом, который стоит внимания людей. Да. Так что, большое спасибо. Будем ждать следующего творчества. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.